нитка — это, конечно, в первую очередь общение. Общение между всеми представителями, как там заказчиков, производителей, регуляторов и, конечно, в первую очередь общение без галстуков. Да. Это еще и драйв, это еще и возможность, собственно говоря, прекрасно провести время с коллегами. Те ощущения, которые я здесь испытываю, они, конечно, переносят меня в какое-то далекое детство. Потому что это как будто лагерь, это как будто бы, собственно, такие беззаботные немножко дни. Все равно это атмосфера, честно. И все диалоги происходят намного легче. Магнитка не меняет место, она соблюдает традиции и расширяет команду.